просыпается Павел Поздняк, и у нас гол. Игорь Ясинский отдает пас на Павла Савицкого. Пас на Павла Савицкого, так и есть. И Павел бьет. Но вот против него Александр Никевич. И пытался так и тот, как Иван Зинисевич сейчас играет в других командах. И можно понаблюдать опасный момент у штрафного. Весьма опасно у нас. Тут на Макася и Владимир Хвощинский забивает второй мяч и оформляет. Дает Владимир Бушма, справляется с ударом, и Дмитрий Рекеш. У нас контратака Минска, и Владимир Хвощинский, если не ошибаюсь, бьет. И пытался красиво сыграл Дмитрий, но отобрали мяч у него. И контратака у нас столичной команды. Лукич отдает пас на Макася, и Макась... реализует голевой момент. Юкиш пасует на Павла Савицкого, и там на... и Дмитрий Рекеш пытался, в плане того, что Сергей Солодовников выпускает защитника вместо того, чтобы выпускать нападающего. Он укрепляет оборонительные порядки. Возможно, будет перестроение какие-то. А у нас контратака. И забивает. Входит в контратаку у нас Александр Макась и забивает четвертую. Время еще есть. Игорь Лисица будет удар. И Игорь Тарасов сбьет. Бьет, попадает в штангу, и там на добивание Егор Зубой. Дмитрий Рекеш. Максим Витус, Черпачок. И Егор Зубой еще. Делают счет 2-4. Красивая комбинация.